Сегодня просто шикардосный, замечательный, альтернативный день. Светит солнце, на улице тепло. Ветра как такового нет, но тем не менее ветрогенератор крутится. Абрикос цветет. Ну и, как обычно, ветрогенератор от солнца не заряжает. А солнечные панели от ветра также ничего не заряжают. Но разговор даже будет не об альтернативе. Сейчас мы зайдем в мастерскую и чуток поговорим о канале, о кнопке спонсировать. Да и так поболтаем чуток. Вот такая вот у нас красота, просто красота. Тишина, ветрогенератор, собственно, непонятно, чего он там крутится. Я думаю, вам слышно, как гудут пчелы. Просто шикарно. И снова здравствуйте, друзья. С вами снова Валерий. И сегодня поговорим о возможностях YouTube. Наверняка многие из моих зрителей, я в этом уверен, особенно самые бдительные, заметили, что под моим видео появилась кнопка «Спонсировать». Собственно, YouTube предлагал эту кнопку уже очень давно. Это тянется уже не первый год. Но я не то, что не обращал внимания на эту кнопку, но я ее просто игнорировал. То есть я даже не пытался вникнуть, зачем она мне там нужна, она мне не нужна. Более того, скажу честно, даже вот на этот момент, когда эта кнопка активирована, я еще не уверен, нужна она мне либо нет. Поэтому в комментариях у вас есть шанс писать свою версию, насколько она нужна и зачем она нужна. Значит, кнопку эту я активировал благодаря моему зрителю, подписчику. Ну, в общем, не знаю, подписчик либо нет. В общем, под видео, где разыгрывался ветрогенератор, один из моих, скажем, зрителей написал комментарий, почему у меня под видео нет кнопки спонсировать. То есть это бы давало возможность деньги, которые полученные от спонсорства, вкладывать в новые розыгрыши. И я пообещал этому зрителю, что я разберусь с этим вопросом. И, собственно, эта кнопка у меня в данный момент активирована. Как я уже сказал, я не знаю, нужна она ли мне, либо нет на самом деле. То есть время покажет. Потому как YouTube для меня это уже как накатанная колея. То есть это как мой поезд на рельсах. И пассажиры, которые едут в этом поезде, они даже... Ну, не всегда, не то, что не всегда, зачастую. Это уже на их совести, то есть они едут хотя бы с лайком, там я уже молчу за подписку, потому что если по аналитике посмотреть, то подписка – это всего четвертая часть, а исключенным колокольчиком, так это 6%. То есть вы представляете себе аудиторию, то есть поезд полный людей, там 1000 человек едет, но только 6 оплачивает этот проезд. То есть человеку даже вот просто лайк поставить, это оказывается сложно. Ну, видимо, для многих это считается норм. Ну, а вот по поводу кнопки спонсировать, ну, это у меня еще больше закладывается сомнений. Ну, в общем, я ее покуда что оставляю включенной. А там посмотрим. И, кстати, один интересный такой момент. Перед тем, как активировать эту кнопку, потому как я не знал, как это сделать, я пересмотрел очень много видео на эту тему. То есть люди рассказывали, как ее активировать, ее там преимущества, там недостатки. И практически везде говорилось, что на активацию кнопки уходит там от 2 недель до 2 месяцев. И не факт, что даже вот за этот промежуток, ну, эта кнопка будет активирована. Для меня было очень неожиданно, то есть я не ожидал такого поворота. Активация моей кнопки произошла секунд за 10, не больше. То есть я нажимаю «Отправить данные». Это максимум 10 секунд, и я смотрю, у меня написана кнопка «Активная». Я перезагружаю компьютер,
Я снова открываю, смотрю, да нет, активная. Собственно, вот такие вот события у меня на канале. Кстати, сегодня, то есть на момент съемки, у нас большой православный праздник, день Пасхи. Всем я всех поздравляю. Я не знаю, когда это видео появится на Ютубе, но, как у нас говорится, Христос воскрес! Всем добра и до новых видео!